Всем привет, с вами Джамбо Макс, и в этом видео мы поговорим о игре Наруто Тубарута Шиноби Страйкер. Если вы не знаете, кто такой Хокаге и что такое Коноха, то лучше вырубите это видео и посмотрите что-нибудь интереснее. Кто в теме всего этого, оставайтесь. На днях стартовало открытое тестирование игры под названием Наруто Тубарута Шиноби Страйкер. В этот раз вместо привычного файтинга Наруто будет в жанре моба с возможностью биться 4 на 4. Так как я знаком со вселенной и люблю видеоигры про Наруто, мимо этой игры я не смог пройти мимо и, конечно же, ее затестил. И знаете, идея мне показалась простой и гениальной. Создаете своего ниндзя из вселенной Наруто, выбираете деревню, класс, персонажа и в бой. В игре присутствуют режимы против ботов и против реальных игроков. Вы можете ходить на миссии в одиночку или же со своей командой из 4 человек. Что касаемо режимов PvP, то они довольно стандартны. Схватка команд, захват точек, удержание флага и так далее. Возможно, список режимов пополнится. Но все это очень классно подано. Большие карты, возможность двигаться по всему, что только видите. А самое главное, вы играете за собственного ниндзя, который может обладать абсолютно любыми техниками из вселенной Наруто. Также прикольно то, что это не простая мочилова, а тактическая мочилова. В игре есть несколько классов, которые имеют отличительные признаки. Поддержка, атакующие, снайперы. И чтобы победить в PvP режиме, придется найти команду и подумать головой и выбрать такие техники и классы, которые сбалансируют вашу команду под тот или иной режим. В бета-версии доступно лишь обучение и два онлайн-режима, которые работают пока не очень, но на то это и бета-тестирование. Визуализация прикольная, но требует доработки, ибо мыло мыльное. Но, ребят, если вы знакомы со вселенной Наруто, обязательно пробуйте эту игру, пока есть возможность. В комментариях под видео оставлю время, когда будут открыты сервера, и оставлю ссылку на скачивание самого бета-тестирования. Я поиграл в эту игру лишь полтора часа, но за это время она мне капец как понравилась. Все динамично, красиво, а главное, прикольно подано. Это нужно просто любить вселенную Наруто, чтобы словить кайф от всего этого. По этой игре я планирую много стримов и сходок, а также летсплеев. Конечно, у этой игры ценник кусается, ибо за стандартную версию просят 4600, а за полную все 6К? Ну блин, ну что только не пойдешь ради того, чтобы стать Хокаге. Поэтому, кто желает со мной поиграть в эту игру, пишите «Я стану Хокаге!» Я пойму, что вы в теме и буду ориентировочно знать, найду ли я себе команду. Поэтому, если вам нравится Наруто, то обязательно пробуйте эту игру, пока есть возможность. Если же вы не в теме, то лучше не стоит, ибо понять, что к чему, будет сложновато. На этом у меня все. Если понравилось видео и ждешь эту игру, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свое мнение об этой игре. Спасибо за просмотр, до новых встреч!